Всем привет! Сегодня мы посмотрим на электрический утюг от компании Endeavor под названием Delta 103. Вот так вот выглядит его коробка. А вот так вот выглядит сам утюг. С ним в комплекте также идет небольшой мерный стаканчик, с помощью которого можно будет наполнить этот утюг. А чтобы его наполнить, нужно всего лишь открыть вот эту крышку. Здесь будет такое отверстие, с помощью которого можно его наполнить, например, вот этим стаканчиком. Как вы видите, у этого утюга вот такая вот ручка. Она удобная, из-за нее хорошо держаться. При наполнении водой этот утюг будет достаточно тяжелым, чтобы не прилагая дополнительных усилий, можно было проглаживать ваши вещи отлично. Также на ручке этого утюга располагаются вот такие вот две кнопки. С помощью этой вы сможете использовать паровой удар, а с помощью этой распрыскивать воду из вот этой вот маленькой прыскалки на носике. Также здесь есть степень регулировки парового удара. От отключенной до включенной и экстра парового удара. Чтобы отрегулировать мощность самого утюга, вот здесь вот у него есть такой диск, с помощью которого можно будет отрегулировать нужную вам мощность. Он начинается от минимальных, с помощью которых можно гладить синтетику, до максимальных, с помощью которых можно будет гладить лен и хлопок. Поэтому вы сможете всегда отрегулировать вам его под нужную температуру, чтобы прогладить ваши вещи идеально. Давайте перейдем к подошве. Подошва этого утюга вот такая вот стальная. Она хорошо выглядит и долго вам прослужит. У него есть небольшой вот такой вот удлиненный носик, с помощью которого можно будет проглаживать более трудные места. А также есть вот такой вот зазор между подошвой и самим утюгом, с помощью которого можно проглаживать, например, места рядом с пуговицами, что отлично. В целом я хочу сказать, что данный утюг очень удобен. Он компактный, но также он подойдет в любую, собственно, квартиру, так как он не занимает много места и красиво выглядит. Поэтому я хочу вам его посоветовать. Это был Endeavor Delta 103. И спасибо за просмотр.